перу известного поэта Карла Сенберга принадлежит следующий афоризм. Когда-нибудь объявят войну, но никто не придет. Этот афоризм с долей юмора, но в нем я увидел две интереснейшие идеи. Первая идея такова. Война зависит от людей. Это не так очевидно. Долгие годы считались, что война – это то, что движет людей вне их воли и сознания. Арес – бог войны. Вторая идея в том, что ценность войны когда-нибудь исчезнет. То есть война не нужна будет людям, и люди на нее не придут. Мне кажется, это очень интересно. Так поддается ли война, находится ли она под контролем человечества? Или это человечество находится под контролем войны? Это первый вопрос, который я хочу рассмотреть. Второй вопрос заключается в следующем. Влияет ли война на прошлое, настоящее и будущее человека? Влияет ли на нас эта война, которую прошли наши деды, которая, может быть, предстоит и нам? И третий вопрос, на который я хочу дать свой ответ. А сколько было войн? Что такое война? Что такое мировая война? Почему была первая? Была ли вторая? Будет или уже прошла третья, или мы сейчас находимся в состоянии Третьей мировой войны? Ответы на эти вопросы я хочу вам предложить на своей лекции. Лекция будет называться «Идея мировой войны. От Наполеона до Обамы». Приходите, будет боевито, но все останутся победителями.